Ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Как поделился сам свидетель победного мая 45-го, сбылась его мечта – побывать на главной площади страны в один из самых важных праздников для всех народов, проживающих в России. Наконец, Успенский, 10 лет этого ждал. Как тут весело, все генералы, полковники, все люди хорошие, веселые, рады этому празднику, Дню Победы. Я тоже ветеран Отечественной войны, в возрасте 98 лет, очень доволен этим событием. Ну а после одного из главных мероприятий 9 мая Петр Леонтьевич пообщался и станцевал с ветеранами и волонтерами, которые были на Красной площади.